Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, и да, это вторая серия Бимки за день. Сегодня мы с вами протестируем машины, как они будут себя чувствовать, если мы их столкнем с водой. Вода вроде что-то такое мягкое, жидкое, приятное, но что будет, если на большой скорости влететь в воду? У нас есть вот такой вот здесь типа трамплинчик. Мы с вами будем разгонять здесь машины, и по идее мы должны улетать туда в воду. Видите, впереди вода, там даже есть мишень, но мишень нам не нужна, потому что нам нужна именно вода. Скорость колоссальная сейчас только что была, вы видели, 315 км в час, по-моему, что-то такое. Нам бы самое главное долететь вообще до воды. Пока не знаю, долечу или нет. Ну, как бы перезаезда никто не отменял. Ну и вот вода, типа, ничего такого, но... Как вы считаете, что сейчас произойдет? Вот машина, вот мягкая такая жиденькая вода. По идее, мы должны просто влететь, и, наверное, она просто утонет. Ничего не случится, правда ведь? Напишите в комментариях, как вы считаете, что произойдет, когда машина врежется в воду на большой скорости. Скорость у нас, ну, увидели, была там в районе 260, когда мы вылетели. Ну, пускай там мы замедлились до 200. Ну, примерно такая скорость. Прямо сейчас, ребят, ставьте видео на паузу, пишите комментарий. И давайте посмотрим. Надеюсь, что вы успели уже написать комментарий. Давайте посмотрим, что же будет. Что же сейчас случится. Дружище, хочешь поиграть в любимую игру, но не хочешь тратить много денег? Тогда переходи по ссылочке в описании. Попадай в магазин Механика и покупай любимую игру реально за копейки. Торопись, предложение ограничено. Ссылка в описании. Итак, разгоняемся с вами до просто предела. Сколько вот вообще она поедет? Сейчас скорость даже будет чуть больше, чем в первый раз. Смотрите, 319 км в час, и начинает ее заносить. Я просто решил сделать, чтобы скорость была еще повыше. Но вот на выходе 200+, 190, 160, ну типа... Ого! А это серьезно, я вам скажу. Я даже не думал, что настолько все будет жестко. Я типа... Я в шоке, ребят. Ну реально, вы просто посмотрите, что с ней стало. Но двигатель вроде как работает, но естественно ничего не крутится, потому что кардана тупо нет. Нас машину жестко сложило. Возможно, потому что это шестерочка, и как бы ее прочность, она, ну, оставляет желать лучшего. И мы сейчас проверим более новые машины от АвтоВАЗа и других производителей. Возможно, они будут крепче гораздо, чем шестерочка. Давайте проверим. Так, выберем, наверное, что? Приору. Приору возьмем. Ну, чисто вот какую-нибудь, неважно, да, типа Crazy Opers. Ну, сток пускай будет. Почему бы и нет? Проверим сейчас, как стоковая Приора. Мы ее сейчас покрасим с вами, потому что этот цвет, он не слишком видный. То есть мы просто ее в белый сейчас закатаем. Вот так вот. Белая Приора у нас будет. Надеюсь, что белая Приора нас, в принципе, порадует. Так, здесь надо аккуратно съезжать, потому что иначе можно просто через крышу перевернуться. Все, тормоза уже не выдерживает. Очень крутой спуск. Но неплохо пока. На задней передаче, ребята, на задней. Так, все, воткнулась первая, хорошо. Скорость больше 367 километров в час. Ребят, гораздо быстрее, чем шестерочка у нас ехала. Ой, мы перелетим, кажется. Мы перелетим сейчас. Да, вообще жесткий перелет. Просто жесточайший перелет. Но надо же было посмотреть, что произойдет. Короче, будем, значит, оттормаживаться где-то в конце. Типа скорость 260, это нормальная скорость. Больше и не надо. Меньше пусть будет, а больше и, в принципе, не надо. Так, сейчас разгоняемся. Типа вот... Ну... Должно быть на выходе где-то 200. Это очень быстро. Тормози, 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 тормози. Так, ну, надеюсь, что сейчас нормал все будет. Да, вроде как летим. Нет, 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 нет. О, да, отлично летим. Смотрите. Капот у нас уже погрузился в воду, кстати. И капот вроде как без повреждений. Ну вот дальше. То есть водная гладь, она такая обманчивая, знаете, сначала она такая мягенькая, но дальше, когда в толщу воды пролетаешь, вот что происходит просто с тачкой. Господи, какая же жесть.
Да, это жестко. Это жестко. Давайте что-то еще проверим, потому что, ну, это прям совсем жестко как-то было. Давайте возьмем Mercedes. Все-таки Mercedes должен быть реально крепким. Брабус 700-й какой-то вообще, типа, не знаю, что там за мотор в нем звериный какой-то стоит. Сейчас проверим, как оно все это дело поедет. Я надеюсь, что хорошо. И что-то она зависла, блин. Бимка, пожалуйста, отвисни. О, есть, все хорошо. Так, ну что, будем пробовать сейчас. Отключу ESP на всякий случай. Вообще выключим. Как думаете, тормоза удержат Mercedes? Я думаю, тормоза здесь должны быть крепкие. Ну-ка. По идее, чем тяжелее машина, тем ей будет сложнее. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. У нас такие карты дверные красивые. Господи, что происходит? У меня голова уже закружилась. Нейтраль, Д, Д, Д надо было. Так, чувствую, мы не долетим вообще никуда. Мы вообще не долетим, ребят. Мы просто не долетим. Не, нет, это перезаезд. Это стопроцентный перезаезд. Так дела не делаются. Ну, как-то типа того. Пытаюсь ее стабилизировать. Скорость большая. Буду притормаживать, насколько это возможно. Тормоза перегрелись. Но вроде как правильная скорость задана. Сейчас будет самая жесть. Я не понял, я задел или нет? Мне кажется, я эту штуку задел. Потому что уж очень жесткие повреждения на Мерсе. Давайте еще разок. Ну, надо реально проверить. Очень жестко, но надеюсь, оно того стоит. Вот, смотрите, ручник зажал. И все. И перезаезд, потому что его вообще невозможно. Невозможно просто его выправить куда-то, если он уже все попер. Да что ж ты будешь делать? Ну как его поставить? Я не знаю, типа только что заехали. Очень тяжелая машина в управлении. Да эй, 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 вернись. Да камера, вернись. Ёлки-палки, Мерседес. Ядрить тебя, кудрить, а. Не. Да куда ты, блин? Короче, нафиг этот Мерседес. Не хочешь, как хочешь. Но мы сейчас другие тачки будем. ЕСП, ребята, ЕСП, сейчас все, ЕСП сейчас зарешает, наверное. Или нифига не зарешает оно. Нифига не зарешает оно. А нет, зарешало что-то. Что-то зарешало уже. Так, ну скорость большая, поэтому тормозим. Слышите, как перегреваются задние тормоза? Так, ну сейчас точно не должны долететь. Единственное, в конце из-за... Ох, сейчас хорошечно будет. Просто, смотрите, идеальное вхождение сейчас в воду произойдет, ребят. Просто идеальнейшее вхождение в воду, смотрите. Отлично, он прям выгнулся аж. Смотрите, как его выгнуло. У нас мотор вылетел. Просто потеряли мотор, ребят. Был мотор и нет мотора. Так, пробуем что-то другое. Давайте что-то серьезное попробуем. Вот типа, почему бы и нет? Типа, почему бы и нет, да? Так, дрэговый автобус. Ну, просто обычный автобус. Все, ничего не надо дальше. Попробуем сейчас, как оно поедет. Он, мне кажется, даже не сможет здесь спуститься. Он просто на брюхо повиснет и все. Так, это что, дифференциал задний, ну... Здесь нам реально ходами, походу, надо делать. Оп. Так. Ну, жестковато, конечно, было, но в целом ничего. Скорость большая, лучше притормаживать. Очень быстро, кстати, шаха так не едет. Оттормаживаюсь. Прям жестко тормозил, но перелет будет, очевидно.
Ну, тут как сказать, знаете. С одной стороны, вроде как о берег ушатались, но изначально же в воду вошел. По-моему, хорошо было. Но автобусу явно это понравилось. Так, торможу. Торможу. Ну, сейчас лучше, очевидно. Движок просто взорвался. Так, тормоза перегреваются. Смотрите, жестко перегрелись тормоза. Не могу остановиться, жестко тормоза перегрелись. Ну, сейчас точно ушатаемся об эту штуку. На! Сплющено. Но автобус это хорошо в любом случае. Вот где вот эта штука, которую раньше можно было потянуть его туда-сюда? А? Туда-сюда сделать? Как? Никак теперь. Поэтому приходится тут газульку давить, а потом тормозить уже. Просто, ну автобусом хотя бы можно нормально управлять. Более-менее. Так, я торможу уже отсюда. Тормоза сразу же моментально перегреваются, и задние, и передние, и скорость все равно слишком большая. Слишком большая скорость на выходе, но, по-моему, сейчас мы мимо мишени летим, и летим вообще красиво. Сейчас задом войдет, или крышей. Ох, сейчас жестко будет. Видите, да? Видите, что происходит? Типа, тут он еще целый, но вот там... Просто хлобысь и все. Да, с автобусом, пожалуй, очень показательно, как это все дело работает. Ну что, ребят, мы протестировали сегодня с вами машину против воды, что будет. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока.